точно знаешь, что делаешь? Конечно, у тебя все получится. Постой, есть разговор. Что? Я рву с тобой. Что? Дело не в тебе, а во мне. Я... Внизу тебя ждет Убер. Я не готов! Ой, вы как, в порядке? Да. Растяжение может быть сильным, вам нужен лед. Будете кофе? Что в папке? Моя формула неверности. Ваша формула неверности? И она работает? 2 миллиона людей с ней согласны. Для перестраховки нужно расставаться через полгода. Статистически говоря, дольше встречаться опасно. А если смогу опровергнуть твою теорию? Вряд ли получится. Нужно просто найти группу людей, которые в отношениях дольше полугода, и дать им шанс изменить, не попавшись. Что ты предлагаешь? Я предлагаю состязание. Что? Я выберу 5 друзей, которые в отношениях больше полугода, а ты выберешь соблазнительниц, которые их сломают. Отлично. Грудь вверх. Что это? Состязание? 3 из 5, и будет победа. Белье – доказательство. Она зовет тебя домой показать, как пользоваться тренажерами? Ты знаешь, я профи, так что давай без намеков. Ты ошибаешься насчет людей. Не все так просто. Все так. Шэрон Готлиб счастлива в браке, и у нее ребенок. Черт! А это у меня убежало. Мужчины и женщины одинаковые. Шэрон, нам пора идти. Это твой ключ? Я взрослая женщина. Пойдем? Конечно. Люди изменяют. Им только нужен шанс и уверенность, что не застукают. Ого, какие ужасные трусы. Саймон Уокер – один из лучших друзей Кэлла. Ты спал с ней? Не понимаю, о чем ты. Думал, ты выше этого. Отстань от меня! Ты все еще в белье? Конечно! О, да! Я знал, ты хороший парень. Очередная победа для команды Кэлла. Осталось последнее испытание. Мы готовы? Нет. Прости, это был рефлекс. Хорошо, что это почти конец. Ты становишься гангстером. Это еще не конец.